Благотворительный аукцион в поддержку онкобольных Севастополя и Крыма пройдет 29 июля в 18 часов в ресторане «Весна». Его проводит благотворительный фонд Московского научно-исследовательского онкологического института имени Петра Алексеевича Герцена. На аукционе будут представлены 54 картины известного севастопольского художника Олега Тансюры. Цена живописных полотен варьируется от 6 до 35 тысяч рублей. Благотворительный аукцион проводится для севастопольцев, для онкологической службы Севастополя. К сожалению, не все пока Севастопольская служба, онкологическая служба может охватить. С присоединением Крыма и города Севастополя, конечно, у нас появились пациенты из данного региона, и они приезжают, чаще всего они недостаточно обследованы, чаще всего им надо оказывать довольно-таки сложные методы лечения, и не все программы покрываются за счет финансирования государства и так называемым квотами. Значит, мы хотим помочь гражданам, чтобы они могли себя комфортно чувствовать в нашей столице, это раз. И второе, мы хотим помочь онкологической службе города. На эти цели и направлена благотворительная акция по картине Олега Тансюры. Все деньги из вырученных картин организаторы данного аукциона собираются перечислить благотворительный фонд Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена с целью оказание помощи онкологическим больным Севастополя. Напомним, что севастопольский художник решил пожертвовать коллекцию весенних пейзажей и натюрмортов онкобольным. 25 июля в ресторане «Весна» открыли предаукционную выставку картин Олега Тансюры. Гостям аукциона, которые не приобретут картины, будет предложено перевести деньги на расчетный счет научно-исследовательского онкологического института. Благотворительные торги пройдут в ресторане «Весна» по адресу Нахимова, 2В.